Прям в эфире будем создавать это мироустройство истинное с визуальным подтверждением. Смысл такой, сейчас я объясню. Я так подумал, что лучше вот и Константину буду гениальный гений, да, пишет Костя, без претензий на мировое господство. Вообще, конечно, в идеале рукой, но если кто-то действительно владеет программами, это я сейчас всем буду показывать в эфире. Может, кто-то действительно сможет это нарисовать. Ну, здесь я так в голове разработал, ну, как бы мне нравится, вот Александр, он как-то... Вообще, он как очень чувствует то, что нужно. Ну, как бы интересно эту тему покопать. Мне просто вот банальный момент вдохновил вот этот рисунок. Да, не знаю, кто его нарисовал, но это же упрощенная схема нашего мира. В любом случае, детали всегда можно отмотать, поставить на паузу, рассмотреть, потому что трудовая деятельность как бы большая задумана. Так, ну давайте вначале по яйцам этим. Значит, улыбнуло, что есть славянская стилистика, потому что я уже устал от псевдоскандинавской мифологии. Вот это как бы Игросиль, да, это мы уже к этому яйцу привыкли. Потом я находил что-то подобное и у индусов. Вот. Кстати, недавно аж озвучил, что Адам и Ева этот показал мобильный телефон. Ну, я... Че, не мобильный телефон, а что там на нем происходит. Вообще, в принципе, я уже, по-моему, озвучил этот момент и сейчас озвучу. Уже было мной в эфирах сказано предположение, что, скорее всего, Адам и Ева... Вот видите, тут тоже дерево есть это. Скорее всего, райский сад это был в Гипербореи, предположительно. И вот это яблоко познаний, скорее всего, было сорвано с этого дерева Ингросиль. То есть, когда он создал этих глиняных людей, грубо говоря, они были неодушевленные. Но он им дал, накормил этими яблоками молодильными, и они как бы типа очеловечились. Так, вот еще славянское мне понравилось, желудь. Кстати, если слышит мой друг Александр Смирнов, не напрасно мы... В тинейджерскую бытность место приветствия, ну, как говорят, привет, а мы говорили желудь. Вот такая у нас был свой сленг абсолютно. Вот этот желудь, дерево. Он получается дуб с яблоками, там, наверное, шоуна растет. Так, все, что хочешь. Описано в начале, вот, славянские мифы. В начале времен мир пребывал в тьме, но... Всевышний явил золотое яйцо, которое был заключен в рот, родитель всего сущного. Рот любовь, лада матушка, силой любви разрушил свою темницу и породил вселенскую бесчисленное множество звездных миров, ну, соседних ячеек, а также наш земной мир. То есть, это мы как бы подготавливаемся. Так, идем дальше. Ну, это что-то такое японское, типа китайское, янини. Так, ну, немножко вдохновились этими яйцами. Значит, что у нас по плану? Вот тоже, кстати, забавное. Правда, китаец нарисован. Я думал, вначале это славянская эта тематика. Смотрю, и дракон в духе типа китайского, монгольского нарисован. Скорее всего, придется, значит, смотрите, как типа, вот я просто сейчас большими набросками. Вначале наша сота изображается, да, ну и привычные материки. Ну, желательно их, это, почти, можно от руки рисовать Асгард, Либерию и эту, четыре материка. Ну, чтобы контуры были немножко узнаваемы. Вот, естественно, потом идет антарктический круг. Это первая картина, и да, в центре Гиперборея. Можно, кстати, первую картину без дерева. Так, значит, первая картина создается 4 материка по периметру и в центре Гиперборея. Яичница получилась, да? И антарктический круг. Дальше. На второй схеме уже... Как вот их, стоп. На второй схеме... Да ё-моё.
Сейчас. Вторая схема. Ну, это, конечно, карандашом классно, но если кто-то умеет пользоваться. Это сразу ко всем обращаюсь, потому что есть большая вероятность, что художники есть в онлайне и лихо могут работать в таких программах. Тут уже появляется дерево. Вот, с кроной. Можете как бы вдохновляться рисунками, то, что я вам показал, или погуглить, поютубить, то есть отталкиваться от них. Это неплохо, это хорошо, чтобы родовая память просыпалась, чтобы стилистика была. Ну, как бы, вот такое вот образное, как бы вот, что у нас в голове вбито на протяжении многих, скажем так, времен. Кстати, вот еще Адам и Ева, и скорее всего они... Видите, они, скорее всего, не в райском саду, а в Гипербореи. Так, идем дальше. На втором рисунке уже появляется, как бы, камера типа отдаляется. Так, ну тут уже у меня места не хватает, сейчас. Сейчас мы все. Так. Любая подача вообще, можно это... Так, здесь уже добавляется на втором рисунке... Уже внешний антарктический круг. Вот он. Ну, там, где шкарлупа начинается. И, естественно, который вот внутренний антарктический круг, назовем его условно, внешний. Ну, и схематически можно от вольного по периметру... Давайте сколько? 9. 9 континентов нарисуем. Здесь-то я понимаю не 9, но пускай будет 9. Дальше камера отдаляется. Ну, типа отдаляется, это я так образно говорю. Так, это надо как-то 3D объем дать. Ну, ладно. Уже отдаляется камера, и мы видим уже яйцо. Естественно, и вот здесь придется как-то 3D вот это яйцо уже делать. А! И да, ну вот это яйцо в центре будет уже как бы вот наша группа островов, уже как бы желток. И уже на вот этой схеме уже у нас появляются корни дерева Индрасиль. А теперь ключевой момент, самый важный момент прорисовки деталей этой соты. Сейчас я покажу. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Так, как прорисовывать вот эти континенты, которые не на воде в виде блюдечек лежат, а от дерева, в виде корней, грибов. Вот посмотрите на гриб любой и отталкивайтесь от гриба. То есть от деревьев отходят ножки. И вот каждый континент, ну вот просто любую грибную грядку возьмите, там посмотрите, как грибы устроены. То есть каждый континент держится на, скажем так, на, не знаю, как это по-научному сказать. Короче, на ножке вот этой. То есть в виде грибов получается, а не по периметру. Так, это проработка яйца. Светила пока не добавляем никакие, ни солнца, ни луну. То уже потом, это не принципиально важно. Теперь это переносится, так, камера отдаляется. И начинается уже сложнее. У нас уже должно появиться три, так, сейчас. Три соты. Три яйца пока. Копируем. Три яйца прорисовываем с вами. Каждое яйцо... Так, сейчас, секундочку. Мы фактически будем повторять труды Сергея Квачева, но немножко дальше пойдем. Потому что я не мог с Сергеем очень вот так вот детально в голосе работать. Я ему на пальцах раскидывал. Но мы дальше должны пойти. Вот что-то некое подобие, вот, допустим, три соты... К примеру, ну немножко не так, как я все-таки сейчас буду показывать в кадре. Вот одна сота,
Вот вторая сота. Вот третья сота. Так. Ага. Все, создали. Там, естественно, в этих яйцах постараться нарисовать уже другое расположение материков. Ну, внутренний и внешний антарктический круг не меняется, а уже, ну, береговые линии материков и внутри антарктического круга, и снаружи антарктического круга меняются. Еще по сотам делаем обводку. Ну, наверное, еще по периметру пропускаем вот таких сот. Обходим. Сколько тут сот будет еще? Раз, два, три, четыре. А, ну вот, 5 сот. Или сколько? 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Отлично. Этого достаточно. Теперь, но если художники хорошие, можно еще один кружок сделать. Если не лениться. Но это не к спеху, это вот кто слышит, вот сегодня начали, а к Новому году можно и завершить, потому что это еще не все. Мы будем с вами дальше еще мир. Это же еще не все. Можно, конечно, вот на манер вот такой соты создать, только это он, допустим, вот так вот расширил, да, а можно еще больше, чтобы вот как вот тут клетки были. Вот берете просто вот эти клетки, и в каждую клетку, допустим, опять же, это яйцо вселяем. Так, теперь переходим еще к важному этапу. Вот эту всю красоту мы должны сбоку показать. Мы сверху показали, теперь мы делаем круг. И вот эти яйца, ну, я тут не могу поворачивать, вы естественно это. Кстати, их тоже тут можно несколько картинок. То есть три сбоку, допустим, яйца стоит, да. Потом уже по кругу добавляется еще три яйца. И, кстати, стараться детально, чтобы в этих яйцах как-то прослеживались эти миры. Ну, пускай будет желток. Ну, хотя бы там схематично, что-то там, как первое яйцо было нарисовано. Это я загнул. Ну, естественно, все это должно быть ровненько, там они должны быть одинаковые. Но это я сейчас не могу развернуть, надо яйцо, допустим, вот так вот. О, могу, я почти могу. Ну, то есть, чтобы они это по кругу. Возьмите и посмотрите, это улей диких пчел тоже может вдохновит. Вот мы сбоку нарисовали. Потом камера отдаляется. Ну, это в анимации все, наверное, надо делать, да? Не, ну, Передать не, не в надо. анимации. То есть, они будут опять же, что у нас по одной, по 2 секунды меняться, каждая картинка. И получится анимация. Не, ну, если кто-то может анимацию сделать. А, да, ты же делал. А, нет, ты же, наверное, картинками делал. Да нет, у меня таких программ нет. Не, просто мы мультик делаем. Как мультик делается? Рисуется это. Одна картинка, вторая, то есть медвежонок лапку поднял на 1 градус, на второй картинке медвежонок поднял лапку еще больше градус, на третьей еще больше и так далее. То есть здесь опять же будем рисовать не анимацией, а сменой картинок. Значит, вот это яйцо прорисовали. Значит, на следующей картинке уже в центре появляется тоже, чтобы показать такой же круг. Но я тут не буду сейчас яйца, наверное, прорисовывать. Тоже по периметру яйца. И на четвертой, пятой, четвертой картинке добавляется еще один круг свыше этого. И опять же идут яйца по периметру. Вообще, конечно, в идеале это сколько там нам известно кругов добиться, чтобы потом я расписал, если будет возможность так. Можете за основу и это взять, как бы материки. Но здесь Бразилию надо упирать в антарктический круг, как на наших схемах уже показано. Так, сколько у нас слоев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14. Вот 14 слоев бы намалевать бы. Это уже
как бы получается. Три, и оно все отдаляется. Там уже. Но опять же, я говорю, это если есть желание, возможность, время, это первое. Второе. Это все делается в спокойном режиме, абсолютно в спокойном режиме. Никакой спешки. Спешка нужна при охоте на блох. Вот, то есть день за днем, месяц за месяцем. Я 20 лет ждал, чтобы озвучить это. Не представляю, как ты ждал. Ну, мучительно больно на физическом уровне. Все прям аж... Эх, тяжело было. Вот, и так идет уровень. Вот. Ну, в принципе, на этом можно и как бы остановиться с рисунками. Вот, то есть, смотрите, как я быстренько нарисовал, да? Так, сейчас я перезапущу трансляцию, чтобы, если художник будет в онлайне, еще вот Константин, Александр, вдруг еще, чтобы скачали этот ролик и уже как бы смотрели это. Творческое это, как это сказать, приветствуется, что какие-то ходы, которые я... Ну, можно первые эскизы мне показывать, ну, короче, первая, там, вторая... Ну, короче, ладно. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. То есть, это что добавить, что убрать, то есть, наброски. Вот, в принципе, вот для художника, вот, допустим, вот как Константин, если карандашом это все создавать, а не с помощью мышки и программ, я думаю, это я только думаю, я в этом сильно не волоку. Я думаю, что карандашом все-таки процесс будет идти значительно быстрее. Ну, хотя могу ошибаться. Причем здесь не будет такого понятия, что я буду, если кто-то из двух или трех художников нарисует три мира, и я какой-то буду один выбирать. На каждый мир будет сделан ролик. Естественно, создатели миров, богов, мы пропишем золотыми буквами на серебряной табличке, которая вкручена будет в бронзовую стену. Так, что у нас сейчас? Слава, здравия, я пробовала карандашом, тоже сложно. Здравия! Вот, то есть, в принципе, Александр, если есть, может, какие-то вопросы, это уточни. Или я предельно понятно все показал? Много вопросов будет, наверное. Сложновато. Будем смотреть запись. Так, хорошо, чтобы она такая... Я, кстати, сейчас ее... Я по-другому сделаю. Я сейчас... ее перезапущу трансляцию, сам скачаю, вырежу вот этот момент... Это будет минут 30, а не 2 часа. И залью, и, наверное, как-то так подпишу, как создавать. Каждый из нас может стать богом. Все, уважаемые слушатели и зрители, я перезапускаю трансляцию. Это займет буквально 5-10 секунд. Вот, и будем изучать чат.